Азаматага я знаю уже давно, лет 25, как рядом живем, общаемся, все рядом, как дружная семья, можно сказать. Все время советуемся между собой, соседями, как, что. Его с плохой стороны я никогда не видела. Он все время, когда надо помощь, все время приходил, помогал, отзывчивый. Нет, не говорили никогда. Да, я даже не знаю, как сказать, чтобы вот так взять и его террористом сделать. Мне в голове даже не укладывается. Хотелось бы сказать несколько слов о человеке, которого я знаю всю свою сознательную жизнь, о своем соседе, старшем друге Азамат Ага Юбе. Этого человека я знаю как спокойного, мудрого, отзывчивого человека, человека трудолюбивого, семьянина, который все свое свободное время посвящал или работе, заработку для семьи, или же своей семье. И когда я узнал о его задержании и в последующем о обвинении его в терроризме, это, мягко говоря, было для меня шоком. Живу по соседству с Азаматом Юповым более 30 лет. В конце 90-х годов мы вместе работали по строительным работам, и он показал себя отличным специалистом, хорошим человеком. Всегда, когда он проезжает рядом, когда я гуляю с внуками, остановится, поздоровается, детей конфеткой угостит. Он очень любил детей. И сам он воспитывает 4 девочек. И они тоже такие же замечательные, приветливые девчата. В такой семье не может быть террорист. Все мои знакомые тоже такие же, как и он, люди. Так что, выходит, все они тоже террористы? Это неправильное решение. Я так думаю. Я являюсь соседом Юпова Азамата. Могу лишь сказать о нем положительное. Знаю, что он очень хороший, положительный человек, трудолюбивый, отзывчивый и приветливый человек. Знаю, что он отец 4 детей. И сколько я здесь не живу, никогда не замечал за ним что-то негативное или призыв к ненависти, или к вражде, или там, к терроризму. Мы все прекрасно знаем, что ислам тоже осуждает терроризм. Убивший человек убил человечество. Мы надеемся, что в скором времени Азамат Ага вернется в свой дом, к своей семье, и мы вскоре его увидим.